4 до попу 400 метров. Первая половина дистанции первого этапа Сергей Пустобаев, Гродненская область. Лидирует уверенно Сергей Пустобаев, команда Гродненской области. Вторым бежит команда Могилевской области номер 2. И команда Витебской области на третьей позиции. Передача эстафеты на второй этап. За команду Гродненской области выбежит Михаил Романов. Команда Могилева 2. Дмитрий Тарасевич. Команда Витебской области Владимир Лукашов. Команда Брестской области Олег Васильев. Команда города Минска Алексей Лазарев. Команда Минской области Евгений Янукович. Команда Могилева номер 1 Станислав Пекарский. Команда Гродно 2 Алексей Струк. И вот мы видим, команда Гродно 1 лидирует. За командой на этом этапе бежит Никита Яковлев. Никита Яковлев делает это для своей команды. Команда Могилевской области. Команда Могилева номер 2 на третьем месте.